Добрый день, Тимур. Вас поздравить сегодня, к сожалению, не с чем. Вы упустили заслуженную победу. Вы действительно контролировали ход игры. Но в середине второго тайма что-то случилось. Вы пропустили 3 гола. Автогол, по-моему, был один, и еще 2 необязательно. Из-за чего сегодня потеряли очки? Во-первых, хотел поблагодарить команду соперника. На самом деле, мы хоть очень тесно идем в турнирной таблице, но друг к другу относимся с уважением. Солнце молодцы, показали дух, проигрывая в счете, они пытались биться, потом пошли вперед, начали сушить игру и правильно сделали, я считаю. Потом, плюс они к нам пошли навстречу, то есть в эпизоде у нас не было вратаря, они, то есть, дали нам хорошего вратаря, чтобы он постоял за нас первый тайм. Ну, тем не менее, как бы. Насчет игры могу сказать, что да, голевых моментов у нас в игре было действительно больше, я считаю. Во втором тайме у нас уже, то есть первый тайм был сухой, во втором тайме мы начали уже пропускать все голы, пропустили во втором тайме. То есть играл полевой игрок, ну, понятное дело, все, что вот 4 или 5 ударов было в створ, все они оказались именно забитыми мячами. Плюс еще свой же забил, то есть у нас такой один маскиран. Все равно, я считаю, что мои пацаны молодцы, бились до конца, да, где-то передерживали мяч, может, в каких-то эпизодах не хватило сыгранности, но в целом они все равно молодцы, то есть видно было, что каждый бился в меру своих сил. Спасибо большое, удачи в следующем туре вам.